В прошлом году депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли закон, согласно которому по инициативе фракции «Единая Россия» было решено расширить категорию детей, получающих полноценное питание. Поскольку закон вступил с 18 марта прошлого года, ну, может быть, вначале были какие-то шероховатости, но если говорить о сегодняшнем дне, то ассортимент смеси, я еще раз подчеркиваю, он очень правильный. Очень достаточный, то есть по любой линеечке, то есть первое полугодие, второе полугодие, выбрать педиатру можно для любого ребенка, будь то аллергик, будь то патология желудочно-кишечного тракта. Причем количество смеси, выписываемое на одного ребенка, оно достаточное, чтобы родители, наверное, уже даже деньги не вкладывали свои. Нововведение дало возможность решить проблему полноценного здорового питания детей в возрасте до 3 лет, проживающих даже в самых отдаленных уголках Оренбуржья. Расходное обязательство при этом взяла на себя область. Этот закон в первую очередь позволил обеспечить, создать всем равные условия в части обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет. Число обращений в муниципалитет по данному вопросу сократилось. Данный, значит, закон еще и позволил сэкономить средства муниципального образования. Уже более 1,5 лет закон действует на территории Оренбургской области. Сегодня мы подводим его первые итоги. При подготовке к заседанию круглого стола мы направили запрос в учреждение здравоохранения области с просьбой предоставить информацию о проблемах, возникающих при реализации закона. Анализ показал, что ни в одной медицинской организации трудностей по исполнению закона не было. Статистика – вещь упрямая. Уже первый год работы закона в совокупности с региональной программой показал его результативность. Как пример, в Оренбургской области удалось сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Светлана Семенида, Владимир Жидов.